показать, как работает сам ирригатор. Это ирригатор Multinel Jetsy Fold Go. Здесь три режима работы и три режима интенсивности. Включается просто кнопка и сразу же начинается первый режим. Нет сохранения памяти. Как видите, струя довольно мощная. Я отошел уже на 1,5 метра. Можно будет больше отойти, и струя почти не падает по дальности. Очень достаточно мощно. Так, ну что, здесь у нас на экранчике отображается выбранный режим и также режим интенсивности. Кратковременное нажатие у нас включит следующий режим. Это режим Normal. И есть режим Pulse. Ну и третий режим Soft. Более щадящий, слабенький режим. Ну смотрите, какая дальность у данного режима. Так, ну есть еще выбор мощности. Второй режим. И третий режим по мощности. В данный момент закончилась водичка. Если сложить сам ирригатор, то у нас включится обеззараживание, УФ подсветка светодиодом. Не совсем плохо видно, но фиолетовое такое свечение. Еще раз повторюсь, что это ирригатор Multinel Jetsy Fold Go.